Всем привет! Харьков, 2022 год. Я вам показываю активные области на ступне. Вы только посмотрите, сколько точек. Здесь связано вот 29 позиций только. Каждая позиция соответствует органу человеческого тела. Я занимаюсь самомассажем. Мне не надо никого приглашать, никого это. Если каждый день делать массаж ступни, хотя бы раз в день начните, вы посмотрите, через несколько недель уже будет результат. Я делаю каждый день, утром и вечером. Можно слушать радио, можно сидеть перед телевизором, можно сидеть перед компьютером и одновременно делать массаж. Смотрите. Такие массажные ролики вот я делаю вот специально. Ложки можно делать, курительные трубки. Все можно делать из дерева. Но когда вы сидите и смотрите, положив на коврик и вот так вот гоняете, вот, вы массажируете все окончания. Здесь связано. Как это работает? А просто возьмите, хорошо вымойте ноги, а потом возьмите головку чеснока и натрите подошву. Через несколько минут у вас изо рта будет запах чеснока. Оно все упитывается в кровь и все поступает это. Это вам говорит пенсионер со стажем диабета второго типа. Я знаю, что это такое. Я знаю, когда утром встаешь, а подошва деревянная. Не то, что наступить на нее больно. Ходить вообще невозможно. И слабость идет такая сильно. И циафор я больше не пью. Вот такой вот циафор я не пью. Я пью стевию. Вы можете купить пакетик стевии. Вот такой вот. Она запечатана, она такая, как у меня камера хранения. Я разорву ее, покажу. Посмотрите здесь вот. Видите, вот она. Трава. Буквально чайную ложку взяли и завариваете. Как заваривать, у меня есть это видео. Надо делать на паровой бане. Или выращивайте сами стевию. Вот такая вот, уже здесь вот, ее хватит вам на год вполне. Ну, на двоих может не хватить. Так, и вот это вот массажер, ее можно выбить вот это вот, и у вас получится 6 роликов для каждого члена семьи. Ну, мало ли что бывает там живу. Поэтому вот такой вот ролик положили на ковер и... Вот самый простой массажер. Начните хотя бы 10 раз вот так вот сделайте. Вот. Раз, два, до 10. Щекотно будет. Первое время даже вы не то, что поднять ее не сможете пальцами, а вообще будет это. Но оно делает массаж, человеку легче становится. Так, я хочу вам привести такой пример. В свое время в Союзе был спортсмен, фамилия его была Яшин. Это вратарь был от Бога. И у него был сахарный диабет. Но он, правда, курил. Не бросал курить. Лечили его врачи, лечили. До того долечили, что и ему отрезали ногу. Представьте. Спортсмену отрезали ногу, началась гангрена. Здесь вот началась гангрена и все. Это был ужас. Поэтому, если такой вас пример не убедил, пожалуйста, заходите, смотрите, спрашивайте. Спасибо, что были у меня в гостях. До новых встреч. Пока.